Я думаю, что сегодняшнее мероприятие, ты сгладишь там что-то, шероховатости, съемки. Может, в кадре что-то попало, непонятно, понимаешь? Вырежешь, она... подкрасишь. Подкрасишь, да, все. Конечно. Мы разберемся. Все от души. Мы тебе фрешку дадим.
хватало еще вниз поехать. Дерево стоит. До нас не дали. Давай. Сцеплением уже завоняло. Время, время, время.
Это Сошку порвал. Сошка оторвалась. Ребята, ребеночки сюда. Yeah.
наверное, хуйня какая-то. Никто не снимал, вот кроме вот этого человека Вову. Вы не успели снять просто.
Черная Нива, что ли? Черная шла, 387 или что-то. Второй, который шел. Да. Ты заснял? Давай, вот сюда. Вот зеленый. Да. Как сказать? На скифе, ютубе, одноклассники. А, ты все туда. Все, я понял. Право руля назад! Право назад! Давай, 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 давай! Вот! Вот, 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 надо! На самом деле мы это все увидим и услышим в интернете, насколько вам понравилось. Все ваши отзывы почитаем. Вот. Мы старались, мы подготовили вам интересную, на наш взгляд, трассу. Был интересный пролог, как сказали многие зрители, было очень интересно. Правда, они немножко там нас уже подвели, подкачали, оставили мусор, о чем мы говорили, но все равно остались те люди, которые немножко не очень воспитаны, которые приходят в лес и могут оставить за собой мусор. Немножко грустная картинка, но сегодня не об этом. У нас все машины с леса выехали. Были перевороты, вы все уже наслышаны, да? Были поломанные машины, которые не доехали. Но тем не менее, мы считаем, что гонка удалась. Приступаем к самому приятному моменту этого мероприятия – награждению. Можно только вместе рядышком с ней стоять, не выходи никуда. Награждается за участие категория ТР-2 С. Матраман Холодянин Виталий. Ребята, пились, помались и доехали. Не всегда вам за призами. Молодцы! Зато нашли. Братцы, молодцы! Категория ТР-2. Саркисян Сергей, Саркисян Виталий. Ребята поломались и доехали. Назар, давай я заберу. Категория ТР-2. А Степан Данил, Анисимов Александр. На
Да, это получается, кто вообще разговаривает, они все в лесу, да, еще? Говорят, они в натуре джипингисты, да? Не, они джиперы, они джиперы. Джипингисты вот там с курсии катают, а это здесь все джиперы. В натуре дураки, да, да? Категория Т2, Кавун Роман, Пешкин Александр. Т2. Дудкин Кирилл, Волков Денис. Ура! Аккуратно ехали, машину не помяли, не поломали. Категория Т2. Военплатов Геннадий, Военплатов Роман. Выставлялись на прологе. Зрелищные фотографии. Спасибо большое. Категория ТР-3. Это из разряда монстров. Загреба Михаил, Ювелян Артур. Еще пока. Нет, давай, подожди, может перейдем. Они же не доехали? Нет, машину их эвакуируют. Они пошли, мотокросс там просто. Категория ТР-3. Матасян Владимир, Георгиев Рубе. Очень мощная группа поддержки не давала Да, Аршака, что-то настроение не вижу, куда-то делать его картину. Ну теперь переходим к призерам. Группа поддержки. Веселая группа поддержки. Я прошу вас минуточку внимания. Вы уделили внимание вашим спортсменам. Спасибо. Вам спасибо. Проходим. Категория ТР-1. Третье место награждается. Матухна Юрий, Неприклад Виктор. Господа, мы простаиваем, поворачиваемся. За второе место категория Т1. Кристакян Алик, Айропетов Роман. Первое место категории Т1. Абраменко Андрей, Бондаренко Евгений. Еще сильнее разложили. Давай, пацаны, первое место. Вот так вот. Для этого сделаем. Фото. Улыбаемся и машем. А можно всем вместе? Почему не на первом месте ты это делаешь, братан? Чтобы было видно места. То иди сядь, молодцы. Просто вот это так. Уже не туристы, спортсмены, но еще не монстры. Но еще не монстры, да? Мы монстрам не уступаем. За третье место. Галустян Ктемиси, Шалакян Ашот. Ехали на кресле. Да, просто в том году, когда давали УАЗики, вы поломали. Я через палатку.
Категория ТР-2. Второе место. Снарин Юрин. Гагаперешвили Михаил. Гагаперешвили. Я извиняюсь. А походу я единственную фамилию правильно выговариваю. Юрчик, давай, Братан, подожди. Юра! Юра! О, борода! Братан! Дух команды. Скажите имя и все. Скипрашвили, Сурафа. Юре! Юре! Первое место! Ура! Подождите, не моргай, говори, опа, шишки падали в лесу, мы идем на колбасу. Опа, братья, самое... Юра, вот с того места, да, на следующий год это стоит, не перейдешь, да. Или фотографировали, как она себя красиво показала на прологе, да? Категория ТР-3, третье место, бессмертный Вячеслав, Зитунян Вячеслав. Первый блин комом славится. По русской традиции. Второе место. Категория ТР-3. Здоров Евгений, здоров Александр. Ура! Первое место, категория ТР-3. Чалакян Григорий, Еремян Баграт. Сейчас не расходимся. Все зрители, участники. Пацаны, красавцы, красавцы. Все, каждый. Теперь я всех попрошу сфотографироваться от общества. Моргать можно? Фото пошел. Улыбаемся и машем, парни. Фото пошел. Улыбаемся и машем. Шлеп. Кип. Дурак. Ура! Вот давайте организаторам этой гонки вот так вместе все вот так сделаем. Я вас прошу. Следующее мероприятие у нас в Черном Городе. Следите за информацией в сети. Ты попал, Фрэн. Спасибо. С надписью нормально делай, нормально. Я вчера фоткала, но... Все идите на этот УАЗик, все залазьте. На соседний тоже можно.